This war is a disease. Passed through blood spilled by warriors. I feel the winds from the gathering storm. Des Führers sprach der Oberkommandierende des Heeres am 15. März 1946 über die jüngsten Erfolge der deutschen Armee. Voller Zuversicht, dass der Endsieg in nur wenigen Jahren zu erreichen sei, sprach er dem großen Fortschritt der deutschen Waffentechnologie unter der Führung von General Wilhelm Strasse einen großen Anteil an. Надеюсь, ты не против взвалить на свои плечи судьбу мира? Плечи у меня крепкие, агент первый. Что ж, мы проигрываем чертову войну. А я и не знал. Штаб не распространяется об этом. Генерал Череп создает несокрушимые машины смерти на своей секретной базе. Папка, о которой говорили на инструктаже, хранится у подручной Черепа Хельги фон Шапс на ее базе, в замке Вольфенштейн. В этой папке данные о расположении базы Черепа. Возможно, это наш последний шанс не дать нацистам уничтожить все хорошее, что осталось. Америка никогда не покорится. Ха. Так, вот АКПП. Легенду помнишь? Штурмбанфюрер Франц. Эсэсовский ублюдок из Франкфурта. Die Papiere, bitte. Hier. Fahren Sie zum Kontrollpunkt da vorne und zeigen Sie dort Ihre Papiere. Vielen Dank. Wiedersehen. Мы с тобой, Бласковец, хорошая команда. Мы справимся. Слушай, твой немецкий, скажу честно, ужасен. Так что молчи. И держи пистолет в кобуре до последнего. Кеслер подготовил для тебя документы. В бардачке. Ладно, идем. И помни, будь внимателен. Молчи и следуй за мной, ясно? Штурмбанфюрер Франц из Франкфурта. Гутен морген, гутен морген. Нахер. Um Himmels Willen stramm stehen, Fritz. Herr Jäger kommt gleich. Jawohl. Der macht Hundefutter aus dir, wenn er dich so sieht. Was soll ich denn dann deiner Mutter erzählen? Entschuldige, Onkel. Nenn mich nicht so. Entschuldigung. Zeigen Sie Ihre Papiere. Hier, bitte sehr. Alles klar. Guten Morgen, Herr Jäger. Was gibt's, Greta? Die Papiere, bitte. Augenblick, warten Sie. Aus Frankfurt. Sind Sie Frankfurter? Ja, ein Hot Dog. So ein komischer Kauz. Die spinnen die Amis. Hot Dog. Die werden sich wundern, wenn wir an der Macht sind. Weiter. Greta, bei Fuß. Хот-дог? Ну, надо было что-то сказать. Это был Руди Егер, заместитель Хельги. Говорят, он скармливает узников своим собакам.
Guten Morgen. Morgen. Хельга фон Шапс. Тварь каких поискать. Череп собственноручно назначил ее на ключевой пост в паранормальной дивизии СС. Я имел несчастье встретить ее на задании в Танганьике. Я тебе рассказывал? Я тогда еще малярию подхватил. Наверное, худший день в моей жизни. Даже строгая диета из виски не помогла. Можешь поверить. Проехали. Этот замок... принадлежит Хельге. Здесь ее центр оккультных исследований. Необходимо устранить черепа, иначе мы проиграем войну. И для этого нам необходима Хельга. В ее кабинете папка с секретными документами. В ней должны быть сведения о расположении базы черепа. Узнаем, где база. Затем соберем бойцов и возьмем ее штурм. Прострелим череп в башку, переломим ход войны и домой. Аккурат к чаю. Ну, шагом марш. Отключаю сигнализацию. Направляйся в научный центр Хельги. Связь держим по радио. Не отключайся. Так, я в лифте. Понял. Вижу охранника. Сейчас уберу. Вот и все. Спи спокойно. Смотри наверх, Биджей, на галерею. Не стреляй, это я. Осмотрюсь наверху. Поищу какой-нибудь сейф. Может быть, папка в нем. Так-так, Хельга. Где же ты хранишь свои тайны? Так, если бы я был сейфом, где бы я спрятался? Да нигде. У сейфа же нет мозгов, что придумать. Тогда... куда меня могли поставить? Бласковец, осмотри каждый угол. Без папки мы отсюда не уйдем. Зараза. Я нашел сейф, но чертовы папки там нет.
Я внизу видел радиостанцию. Свяжись с Кеслером. Скажи, что мы не можем найти... Скажи, что мы не можем найти Павку. Поторопись, Бласковец. Я постою на стрёме. Быстрее свяжись с Кеслером по рации. На твоем этаже есть рация. Свяжись по ней с Кеслером. Нам срочно нужен новый план. Быстрее, Биджей! Следопыт вызывает проводника. Проводник, прием. Проводник на связи. Прием. Проводник, мы не можем найти подарок Люси. Прием. Следопыт, у меня новая информация о подарке Люси. Нужно встретиться при первой возможности. Обсудим, что делать дальше. Прием. Вас понял. Конец. Черт! Твою мать! Задержи их, Бласковец, пока я ищу, как нам смыться. Помни, из-за них ничего хорошего в мире не осталось. Прикончи этих нацистов, Бласковец! Я в процессе! Как там с отступлением, Уэсли? Во мясорубка, да, Биджей? У нас еще есть шанс. Кеслер что-то знает. Нам это что мертвому припарка, если не выберемся. Я нашел выход. Сейчас помогу забраться. Потихоньку. Кеслер назначил встречу у местной пивной. Понял. Бласковец, давай, забирайся скорее!